прекрасный, интеллигентный человек. С ним очень комфортно работать. Большой профессионал своего дела. Шикарно. Всегда с такими большими профессионалами приятно поработать, потому что, конечно, человек, ну, люди с большим опытом, то есть, скажем, ну, они играли уже тогда, собирали стадионы уже тогда, когда я еще только родился. С Артуром работает всегда хорошо. Во-первых, он великолепный профессионал. Вот, и всегда отмечал то, что он может приехать на выступление просто без репетиции. И я знаю, что он не ошибется нигде. Для него практически нет никаких стилистических преград. Я хочу от души поздравить Артура и его группу с очередным творением, с рождением очередного музыкального материала, и пожелать и группе, и Артуру, и его будущему альбому очень долгих-долгих лет и успеха. Вся жизнь артиста — это один веселый момент. Знаете, так вот раз, и все, как будто вчера мы с ним познакомились, а сейчас уже 2014 год. Странная ночь, долгая ночь, некого винить, не помочь. Очень интересно смотреть, как меняется Москва, как меняются люди. И вроде бы та же самая Москва и те же самые. Вот я был в этом здании где-то лет 30 назад. Думал ли я тогда, что я попаду сюда в 2014 году на презентацию нового альбома Артура Беркута? Музыка остается вечной. Единственное, должна быть какая-то константа, да? Какая-то точка отсчета. Музыка, да. Я надеюсь, что... Ну, вот музыка нас держит пока. За мои 15 лет моей вот музыкальной там какой-то карьеры, скажем, да, так, этот человек, с которым вокалист, с которым проще всего работать. Смеемся, мы пишем там, мы можем за 20 минут записать песню просто, за 20 минут. Народ пишет, что чем-то напоминает Каменный край, вот, автографовский. В принципе, да, пожалуй, что-то есть, но такое более современное, то есть больше современной электроники. Такой добавлено. Ну, что-то такое арт-роковое все-таки есть. Его творчество-то я знаю вообще с самого детства. Когда начал в автографе пел, всегда слушал его очень. Мне нравился такой голос, у него поразительный, высокий. Замыкая круг, вот он еще там, в этой большой компании рокеров он там исполнял. Была свобода у каждого музыканта как-то себя проявить по-своему. То есть были, конечно, написаны песни, и никто, как гитарист или там барабанщик, тот, который четко знает свое дело, не может проявить себя и сыграть на альбоме. Единственное, что я могу сказать, сводилась уже конечная инстанция, была в Швеции.
когда пишешь песню и представляешь ее по-своему, а потом, когда она уже приобретает какой-то такой вид, смотришь на нее и думаешь, так, все это не так, все неправильно. Расхождения были только в голове. То есть нет, с ребятами, с музыкантами вообще проблем не было, со студией тоже не было проблем. Самая большая проблема – это объяснить звукорежиссерам, аранжировщикам, те люди, которые занимаются именно изготовлением продакшн вот этого продукта, что ты хочешь, что ты хочешь. Пока кайфово, все круто, мы работаем, вот. И надеюсь, что будет так же дальше. Да, я такой, интервью не будет.